можете сказать про эту команду, про этот соперник? Есть информация по Днепроазоту, непростой соперник. Начало чемпионата мы просматривали игры Запорожья и впечатление не очень производил, но судя по победе по последней игре с Черкасами, то команда нашла свою игру и проходных игр не будет. Для Дерека Зимрана, наверное, будет особенный матч против Говерна? Ну, у него всегда, я не думаю, что там совсем уж принципиально будет. Для многих, для Свонсона будет тоже, я думаю, что принципиальная игра. Вот, но мы не специально готовимся на него, мы готовимся именно к Днепроазовцу.